Хорошо, все по закону будет. Такова наша воля всех бояр муромских, уразумевших, что сие должно быть беспрекословно исполнено, ибо закон того требует. Княгиня Феврония, по законам княжества Муромского, ты должна покинуть город. Я дал обет перед Господом никогда не разлучаться с женой и слово свое сдержу. Если Феврония не по нраву, ищите себе нового князя. Князь уходит. Любовь-то сильнее власти княжеской. А ну-ка, глянь. Мой! Все бояре в тронном зале собрались. Решают, кому на трон садиться. Все в тронном зале, говоришь? Какая удача! А вас еще не было, когда мой прапрадед вовсю... Да за мной вся дружина муромская. Зато мой род самый богатый. Докажи, а может мой? Это мой трон, власть по праву. Я знаю, чего вы хотите. И могу дать вам все это. А ты еще кто такой? Я? Я ваш новый князь. Я золочу каждого. Деньги потекут к вам. Больше не будет над вами законов. Ни человеческих, ни божьих, тем более. Для вас есть один закон. Кто сильнее, тот и прав. Человек рожден для удовольствий, а их дает богатство. Забудьте долг боярский. Хотите золото? Тогда поклонитесь мне. Измена. А кто против, сожгу. Начались в Муроме голод и мор, стенание и плач. И поставил змей идола, и стали ему поклоняться и служить. Где ж мне? Столько денег кто взял? У нас теперь закон такой. Вы жалуетесь, что я задавил вас поборами? Ха-ха! Слушайте мой указ! Я разрешаю грабить и убивать! Ну что ж, не пособить. Путь вам долгий предстоит. А что в Муроме? Да погиб Муром. Князем там змей поганый. Совратил народ, бояр подкупил, все церкви позакрывал. И стукан себе поставил. Никаких законов не признает. Кто из людей богаче, тот и прав. Лишь бы карман набить. Утекла кровушка, а ему того и надо. Будто пьет он ее в три горла. Что? Говорю, что сущий дракон. А все-то из-за князя их, Петра. Бежал он со своей молодой женой. Говорят, что кущи райские искать. Бросил там все. А как же мы, народ? А нам что делать? С этим, что ли, обезьянам оставаться? В Муроме беда. Враг, что Павла сгубил, теперь на троне. Мне надо возвращаться. Нам. Нас позвать должны. Сейчас княжеством змей этот правит. Поверь. Нас позовут, знаю. Люди добрые, если увидите князя Петра, передайте, что в Муром его просят. Да все!
Петра беглеца ищут. Ну и где же он? Фома! Ой, сам Петя. Эй, княже, тебя в Муроме нижайше просит вернуться. Угу. Ой. Причаливай. Надеюсь, Отец наш Небесный будет с нами. И он гораздо ближе, чем ты можешь себе представить. Нам к воротам нельзя. Вот сюда. Здесь, в темнице, заперт. Влас, ты? И тебя под замок? Погибаем мы тут без тебя. Влас, как же супостат смог трон мой занять? Да потому что не человек он вовсе, а сущий змей. Он колдун. Тебе нужен Агриков меч. Где ключ от хранилища, Влас? Ключ у этой Ираиды. А почему у Ираиды? Она правая рука змеиная. Вдвоем тут правят. Вы знаете Ираиду. Добудьте ключ. Так, значит, это мне... А это... А это в казну. Тетя, морковки не найдется? А ты откуда здесь? Проваливай отсюда, картавый! Картавый, жди грех! Грех казну отворуть! Ключ от хранилища! Кто украл? Так ведь бурундук с зайцем. Что? К нам пожаловали гости. Сгоните толпу. Нас ждет нескучный вечер. Петр, здесь повсюду колдовские ловушки. Смотри! Опять мы на том же месте! Без Агрикова меча нам с ним не справиться! Другого пути нет! Я должен с ним сразиться! Петр! Петр! Он колдун! Будь осторожен! Да будь, Агриков меч! Вставай, князь! Вставай! Ну, рассказывай нам, зачем ты в Муром пожаловал? Хочешь народ повеселить? Я не против. А то заскучали мы тут без тебя.